Меня зовут Ксения, я проживаю в этом доме по адресу Красная 1, поселок Соколовка. Дом признан аварийный от 11 декабря 2011 года. Обещали нас, каждый год нас обещают расселить. И вот вроде как начали строительство дома, но строят они его с нарушениями, то есть тут заболочено место. Брали пробу, проба не понравилась, но они все равно продолжают строить. Сделали бетон, бетон этот уже весь в воде. Строителей нету, строят сторожа. Дом уже в ужасном состоянии, износ, по-моему, 78% признали. Жить невозможно. Сколько у вас живет жителей? Жители, которые постоянно живут, нас человек 6 собственников. Остальные в основном дачники, то есть приезжают только на сезон. А всего сколько квартир? Всего 12 квартир. Обращались с письмом в Министерство энергетики ЖКХ Свердловской области. Нам ответили, что дом должен начаться строительство 2016 года в апреле. И сдача объекта 1 марта 2017 года. Ну, как показывает стройка, что ничего здесь не построено и не сдано. До этого обещали 30 ноября 2016 года уже расселить. Непосредственно, то есть сдача объекта должна была быть раньше, наверное. Зиму мы пережили со слезами. Дети болеют, плесень. То есть еще зиму мы не переживем. Тут все выпадывает, все отпадывает. Все сыпется. Холодно очень. Ходим в валенках дома зимой. Дети одеты непосредственно в теплый свитер и в штаны теплые. А дом когда должны снести? Снести не позднее 31 декабря 2017 года. Вот у нас вентиляция, то есть она идет на крышу, на фасад, выпала. То есть когда идет мокрая погода, дождик или снег тает, это все бежит к нам. Вот, покрывается плесенью, то есть мы ее дышим, сколько бы я ее не выводила, раз тут все бежит, она будет. Попытались гардину обычную вбить, но гвоздь вбили, пошла трещина. Ничего не стали вбивать, потому что куда ни вобьешь, везде все падает, везде трещины. Здесь выпадывало все под окном. То есть там пустота сверху, снаружи. Ну вот, вот он. Цемент с песком напополам. То есть его тронешь, он выпадет. Вызывали в администрацию сверить жителей с документами, кто собственник, кто не собственник. И попросили подписать, как это, не знаю, извещение, не извещение, статья 32, по-моему, жилищного кодекса, что мы как бы... В связи с аварийностью дома мы должны снести этот дом сами. Но так как это не в наших силах, мы даем разрешение это сделать администрации города Верхняя Пышма. Срок был 3 декабря 2016 года.